на огурца сорта Экл F1. Экл F1 понравится тем, кто хочет получить обильный урожай ранних овощей с высокими вкусовыми характеристиками. Плоды имеют универсальное назначение и отлично подходят для консервации. Выращивать данный сорт можно в теплице и в открытом грунте. Огурцы Экл F1 хорошо растут на рыхлых почвах. Они обладают высокой устойчивостью к мучнистой росе и прочим заболеваниям. Уход за растением заключается в поливе, рыхлении почвы и прополке. С момента появления первых ростков до сбора урожая пройдет около 46 дней. С одного квадратного метра можно получить до 20 кг огурцов за сезон. Огурец гибридный Экл F1 – это травянистый с типом роста, среднерослый. Огурец гибридный Экл F1 имеет ультра-ранний спелый срок созревания. Плоды имеют массу от 67 до 120 грамм. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода темно-зеленый. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что огурец гибридный Экл F1 самоопыляемый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт,